преддверии Международного дня борьбы за права людей с ограниченными возможностями здоровья председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин встретился с членами Ассоциации молодых инвалидов «Аппарель». Сама встреча прошла в неформальной обстановке. За чашкой чая Евгений Матушкин и представители регионального отделения «Аппарели» обсудили наиболее важные вопросы, которые волнуют людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы хотим обсудить те проблемы, те вопросы, которые стоят перед «Аппарелью», в чем-то помочь, где-то при помощи депутатов Тамбовской областной думы проспонсировать эту организацию в рамках возможного. То есть это идет постоянная работа по сотрудничеству. Гости, в свою очередь, рассказали о результатах спортивного фестиваля, в котором приняли участие представители Тамбовской области. Также в ходе беседы были определены основные направления, в которых общественной организации будет оказана материальная помощь.